Полтава. Доброе утро, Полтава. Сегодня такое сонное у нас утро. Возможно, из-за погоды мы даже вот кофеечек пьем, но все равно еще полусонные. Я думаю, эта погода, да, действительно, вчера, позавчера мы сами все видели. Мы вчера даже вышли прогуляться и намокли под дождем. Сильно? Еле добрались домой, мокрые были насквозь. И это было днем. Потом вечером вышли в кафе, но нормально. Но все равно как-то давит всех, и давит и нас, и давит и вас, я так подозреваю. У нас сегодня гость не пришел, поэтому мы с Сашей вдвоем будем вас. Про погоду поведаем. А кроме этого, самое главное, у нас сегодня в 9 часов стартует наш земляк на Олимпийских играх, 16-й год в Рио. Павел Алтухов в дисциплине гребля. Да, вот. Пожелаем ему удачи. У нас первый был... Держим кулаки. Лемешка Любомир, да, первым вот был. К сожалению, ему не получилось пройти дальше пятерки, но держим кулаки с горішніх плавнів, с гарного такого места, хлопець. Вот ему успехов, удачи, пусть нам золото заработает для родной Полтавы. Саш, рассказывай, как выходные прошли? Сегодня понедельник. Выходные никак не прошли, спокойно, вообще умиротворенно. У меня сегодняшний день начался с позитива, скажу честно. Иду к вам сюда, навстречу с вами, да, и вижу, косят траву, косят по всему городу, причем мы видим здесь, да, Косарево. Я тоже ехала, видела. Ну, что самое интересное, косят даже в таких местах, где на Ватутина косят, на Артема косят, там, где никогда не косили, никогда я этого не видел, косят жестко. Так и вот возле нас тоже, глянь, покошено. Ну, вон уже подметают, да, слава богу. Это к тому, что недавно на прошлой неделе поднимался вопрос в соцсетях, не косят амброзию. Косят. Просто везде и разом не получается сразу скосить все. Но я считаю, это хорошо. Я считаю, что городские власти что-то делают, и не что-то, а глобальное. Но одновременно везде не получается, да, рук не хватит. Слушай, свежо как-то сегодня. Ты не смотрел погоду? Там смотрел долго погоду, еще будет, значит, холодно. Смотрите, в 3 часа ночи было плюс 12, прошу заметить. Плюс теплые 12. Теплые деньки вроде закончились. Днем 12 дня обещают 22, и после обеда дождик короткий. Но вот так и будет, похоже, целый день вот такая погода, поэтому... А, я в отпуск собралась, я хочу на море поехать. Я не хочу такой погоды там. А получится ли хорошая погода? Вот это уже становится проблемой. Ну, знаешь, главное позитивно мыслить. Мысли, они материализируются. Вот. И у меня в связи с этим мы будем искать. Я музыку люблю, да, «Машина времени» – это мой. Я называю себя машинистом. Сегодня будем «Машину времени» слушать. Да, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Я думаю, эта песня будет как раз сегодня злободневно и нужно. Ну, вот такое короткое утро у нас. Да, я надеюсь, завтра все-таки у нас будет очень веселый и интересный гость. Мы начали неделю вдвоем, мы ее закончим все равно. Ты не на этой неделе? Я в четверг уезжаю уже, я в четверг еще буду, а потом уезжаю. Но в пятницу обещаю, что от меня будет садиться с поезда и с вокзала. Привет вам! Хорошего кофе, хорошего настроения. Держимся и не прогибаемся под этот мир. С новым утром. Удачи!